Ну что ж, дорогой Павел Яковлевич, и я вас поздравляю, и наша команда канала тоже присоединяется к этим поздравлениям. Мы в этой галерее с вами уже третий раз встречаемся, а сегодня такое радостное событие, юбилей. Как вы к нему шли? К этому юбилею? Ну, как сказала актриса, нам повезло. Мне повезло, что я дожила до этих лет. Вот. Ну, а в остальном как это? Как любой человек. Ну, живем, трудимся, чего-то добиваемся, куда-то бежим, к чему-то стремимся. Вот, ну, так вот и живем. С нашего прошлого творческого знакомства, хотя мы позже еще раз встречались, прошел практически год. И вот я вижу, прибавилось работ. Скажите, пожалуйста, насколько прошлый год был у вас урожайным и насколько вы нацелены на форсирование и преодоление новых творческих высот? Буду говорить с вами как с настоящим полковником. Да. Ну, вы знаете, пожалуй, я не горюсь за количество, ни в коем случае. Я сейчас отрабатываю каждую работу, стараюсь ее довести до совершенства. Вот. А сколько их буду писать, меня это уже абсолютно не волнует. Главное, чтобы она была качественно написана, профессионально. Вот. Для того, чтобы мои друзья-художники не могли мне сказать, что ты написал. Это правильно. Вы знаете, это правильно, потому что я сам такой. Я стараюсь, чтобы количественные изменения всегда потом трансформировались в новое качество. И вижу по вашим работам, что много как бы было у вас из запланированного, уже отчеканенного, готовый продукт. Прибавилось, я вижу, и пейзажная лирика, и вот какие-то спортивные сюжеты, и вот галерея образов наших современников тоже здесь добавилась. Ну а что, может быть, стало главным вектором вот за это время, что мы с вами не встречались? Ну, главным вектором, ну, пожалуй, я обратил внимание на портрет. Вот, я попытался делать портреты, некоторые у меня удавались очень неплохо, некоторые я уничтожил из-за того, что не смог довести до нормального сходства и проработки. Вот, но это впереди, я думаю, что буду еще работать над портретом. Вот. Конечно, не исключается работа над пейзажем, натюрмортом. Я не могу остановиться только на одном направлении. Меня интересуют, ну, многие направления, так можно сказать. Вот скажите мне, пожалуйста, что вас привело сегодня в галерею «Глобус»? Привело выставка Павла Яковлевича. Давно и не виделись с ним, встретиться хотелось. Заодно приятно сделать нашу встречу. Скажите, вот вы все знаете, что он честно и верно служил нашей Родине, был настоящим полковником, а вот эта грань его личности вам о чем говорит? Ну, говорит о его видении через иную призму мир. И этот мир, который мы тоже, свое видение в мир, он приносит радость ему, и мы тоже рядом с ним стоя смотрим и радуемся за все. То красивое, что он может создать. Танечка, вот ты знаешь, мне приятно наблюдать тебя на разных выставках, но знаю, что твое сердце и твоя душа всегда почему-то стремится в галерею «Глобус». А сегодня ты пришла на удивительное событие. Сегодня мы празднуем юбилей Павла Яковлевича Шарко. Вот ты, как заслуженный художник Украины, что бы могла сказать навскидку о его работах? Ну, во-первых, конечно же, мне приятно прийти в эту замечательную галерею, вот, которая вот, на сегодня такой холодный день притягивает своим теплом, обаянием. Вот, здесь огромное количество работ. И вот сегодня тут событие, в общем, из ряда вон выходящее, потому что это не просто выставка, а еще такой, ну, значимый юбилей. Такого для человека, наверное, это очень важно. Важно для среды художнической, в которой этот человек начал жить. И вот уже много чего успел сделать, несмотря на то, что позже начал. Вот. Но видно, что человек этим живет, хочет, любит то, что делает. Относится к этому далеко не равнодушно. Это часть его жизни, наверное, очень значимая. Вот. Хочу пожелать ему, ну, творческих успехов, это само собой.
творческого долголетия, чтобы его вот такой вот яркий, такой свежий взгляд на мир, неравнодушный, всегда был таким, чтобы он всегда был таким, пускай это приносит ему счастье, радует его всю жизнь. Ну и вот, вот так вот. Павла Яковлевича я знаю примерно 1974 года, 1904 года. Он был на параллельном курсе, начальником курса. Я был на другом факультете у подполковника Тюлькина Стаса Прокопьевича. Вот так вот мы 5 лет к вирту бок о бок проучились. Он прокомандовал нашими параллельными курсами. Потом преподавали вместе в военном училище к вирту ПВО определенное время в 90-х годах. Потом занимались совместным таким небольшим бизнесом. И все время находимся в таком контакте, в добром. Скажите, пожалуйста, а вас удивила вот эта грань человеческого таланта Павла Яковлевича, переход из военной сферы в сферу художественную? В принципе, не удивило, потому что я потихоньку знал, чем он занимается по жизни. Кроме военной службы, он занимался и рыбалкой. Занимался серьезно, участвовал в соревнованиях, писал картины. Ну, не совсем на показ, будем вам говорить так. Но уже где-то к увольнению, и в начальный период увольнения, я уже знал, что он этим занимается. Вы рады за него? То есть не просто рад, безмерно рад. Потому что я у него тоже много чему научился за то время, что я уже, когда был офицером уже, а потом уже уволился, я с ним работал лет 10. Думаю, что он привнес много чего доброго. Поэтому я посчитал нужным, чтобы его поддержать, прийти. Папа у нас всегда был очень замечательным. Всегда у нас был примером для нас с братом. У меня еще брат есть старший. Вот. Мы всегда как бы равнялись на него. Вот. Пока папа был военным, ну, конечно, он реже бывал дома. Больше мама нами занималась. Сейчас папа творчеством занимается. Берем пример. Стараемся тоже, может быть, начать писать картины. Вот. Папа заражает своим творчеством, своей энергией творческой. Дуже хороша людина, з якою я дуже давно спілкуюсь і разом працюємо по живописі. Він відрізняється від багатьох моїх колег своєю добродушністю, широкою комунікабельністю, доброзичливістю. І це просто інколи радує, тоді, коли один одного ми підтримуємо, і знаходимо спільну мову над тим, як працювати над тією чи іншою картиною. Що у художника, який починає, чи він продовжує свою діяльність, є дві фази життя. Перша – фізична, і друга – фаза пам'яті. Я йому в сьогоднішній день бажаю, щоб він жив стільки, скільки буде радувати людство його роботи, його картини. Ну вот уже почти 45 лет мы знакомы с Павлом Яковлевичем, ощущаем его локоть как старшего товарища, благодарим его за обучение, за то, что он оставил нас в свое время на путь истины, и очень рады, что он нашел себя, хоть и в зрелом возрасте, сумел реализовать свои нереализованные в молодости способности. И хочу пожелать ему крепкого здоровья, творческих успехов. И как раньше кто-то говорил здесь на выставке, во время службы он достиг звания полковника, чтобы на этой поприще, на этой ниве он все-таки стал генералом.
Сереж, вот вы, в принципе, вдвоем, параллельно, почти в одно и то же самое время, впорхнули в эту галерею с Павлом Яковлевичем. Вот ты, как художник, которого мы тоже здесь не раз показывали, что можешь сегодня сказать в его день юбилея? Ну, я считаю, вообще прекрасная идея у юбиляра, вот именно так отметить, не только самому порадоваться, а порадовать всех нас. Я посмотрел по сравнению с прошлой выставкой, такой прогресс, такие прекрасные полотна, лица такие, портреты интересные очень. В общем, я думаю, что юбилей будет очень ярким и ожидаю от него хороших впечатлений. А юбиляру желаю дальнейших творческих успехов, здоровья, удачи, ну и, естественно, благополучия. Считаю, что художник не должен быть голодным. Танюша, скажите, пожалуйста, вот на прошлой выставке, которую я тоже снимал, вы так долго и красиво что-то говорили, а все свелось к одному слову. К любви, уважению и быть музой своего мужа. Скажите, вот за этот год, что прошел, что-то в нем изменилось, как в человеке? Он стал лучше, добрее, светлее? Светлее, добрее. Внимательнее, ну и любящий. Потому что искусство – это любовь. Скажите, пожалуйста, вот насколько для вас было неожиданным, что настоящий полковник превратился в настоящего художника? Я Павла Яковлевича знаю очень давно. Я знал его склонность к искусству. Он занимался немножко там что-то там делать и так далее. Но что Павел Яковлевич станет художником, честно говоря, я такого даже не думал. Мне очень интересно, я накануне набрал поисковик в интернете, поисковике, вот, и когда я прочитал, что известный в Украине художник, мне было это очень приятно, я был поражен. Павел Яковлевич 5 лет назад рискнул и нарисовал картину, посвященную 60-летию Квирту ПВО. В этом году у нас 65 лет. И эта картина сегодня находится уже 5 лет в Музее Збройних Сил Украины, на нашей экспозиции. И ее посмотрели, наверное, уже десятки тысяч, если не сотни людей. И нам это приятно. Вот, и мы гордимся тем, что офицер, полковник, кандидат наук, вот, стал, и сегодня мы видим воплощение этого всего, вот, действительно настоящим художником. Особенно приятно, что это офицер Квирту ПВО. Офицер, который всю свою службу был на первых ролях. Еще молодым офицером был награжден орденом за службу Родине вооруженных силах. Молодым офицером был назначен заместитель начальника кафедры, затем начальник одной из ведущих кафедр нашего вуза. Ну и сегодня Павел Яковлевич достойно представляет наше училище, нашу страну уже в новом качестве. Хотя для нас он в первую очередь это настоящий полковник. Это образец всего и вся. Пока он отошел, я хочу рассказать один секрет. Павел Яковлевич, я сегодня эту миссию выполню, награжден орденом, высшим орденом нашей ассоциации, он называется «Честь и достоинство». И вот как раз Павел Яковлевич воплощает в себе эти два слова, и сегодня я с удовольствием выполню эту миссию и вручу ему эту награду. Вы знаете, я подписываюсь под каждым вашим словом, как капитан запаса. И мне приятно, что такая среда военная, скажем, непростая, вырастила такого великолепного человека. Спасибо. Спасибо вам большое. Thank you.
и господа, мы рады приветствовать вас в галерее «Глобус». Я смотрю, уже много знакомых лиц, может, кто-то первый раз у нас. Галерея «Глобус», 25 лет мы уже, слава Богу, с Божьей помощью работаем, трудимся. Раньше мы были в центре города, теперь мы сейчас. Место хорошее, прекрасное. Если вы все к нам добрались, значит, вы тоже счастливы нас посетить. Ну, а сегодня мы собрались в галерее «Глобус» по очень интересному поводу. У нас сегодня двойной праздник. Первый праздник – это персональная выставка Павла Яковлевича Шарко, которая называется «Чуть помедленнее кони». Очень символичное название. О названии скажу позже, почему очень символично. Потому что второй праздник – это день рождения Павла Яковлевича. Сегодня у Павла Яковлевича юбилей. Давайте поздравим. Сегодня Павлу Яковлевичу исполнилось 70 лет. Поэтому вернемся к названию. Чуть помедленнее кони. Чуть помедленнее жизни. Не надо так быстро. Вчера было 20, потом 30. И вроде бы время текло не так быстро. Потом 40. А после 40 уже кони как рванули. И теперь хочется сказать уже в 70. Но чуть помедленнее кони. Дайте еще немножко подышать. А может и немножко. Дайте пожить, как хочется творить, показывать это чудо, это прекрасные, замечательные работы. Поэтому и выставка у нас сегодня, ну чуть помедленнее кони, этого прекрасного автора, барда, который, не знаю, как поколение, которое помоложе, вот сегодняшнее поколение, слушают ли они Владимира Высоцкого, но мы с большим удовольствием слушали, собирались компаниями под гитару и включали такие небольшие магнитофоны, может, кто помнит, еще были такие бобины были, потом кассеты были, мы все это слушали, кто-то еще встречался с Высоцким, мы тоже собирались в каких-то клубах тихонечко, потому что он был запрещен. Но сегодня мы говорим о Павле Яковлевиче, его творчестве. То есть это, знаете, 70 лет, мне кажется, это все-таки хороший такой жизненный путь уже. И эта выставка, она как бы выставка дорогой в жизни. Здесь портреты у нас, посмотрите, дорогих, любимых, друзей. Здесь у нас и цветы и натюрморты. Это прекрасная природа, которая нас окружает. И я знаю, что эту природу Павел Яковлевич пишет, дача у вас там, да? Да. Мастерскую Павел Яковлевич за это время выстроил мастерскую. Он преподает, он обучает молодое поколение, дает мастер-классы. Здесь, пожалуйста, тоже природа и животные, но опять-таки чуть помедленнее кони. Давайте поздравим Павла Яковлевича с этим прекрасным юбилеем. Это высшая награда Киевского высшего инженерного радиотехнического училища ассоциации. И в самом названии заложено все. То, что я сказал, это часть. А вот в этих условиях, которые касаются этой награды, я вам скажу, что некоторые приходили, там вот так, ну, у меня так можно говорить, нельзя. Потому что не каждому подходит слово, честь и слово. Есть другие награды для этого. А вы удостоены этой высшей награды. Я хотел при всех в честь вашего юбилея на вашем большом мероприятии вручить эту награду. В данном случае отвечаю, служу народу Украины. Да?